Ласка. И гриб. Огромный вырос. На орехе. Сейчас тут парный. Поработаем. На лестницу залезь. Валя. Обратной стороной там остров. Растут на дереве. Настоящий. Это реклама Гарби. Шапка она не осень, а вот эти дела. Штыри отлично работают. Потом мы подрыхли. Убираем сорняк. И потом побрызжаем акарбатом. Быстро. Ну, помидор. Окучиваем. И разрыхляем. Земля будет рыхлая. Помидор будет хорошо расти. Они уже цветут. Вот реклама. Гордяем. За полчаса теплица размером 4 на 8 будет готова. Только да не лень. Лень, куча причин, чтобы ничего не делать. Это на работу. Спина болит и все что. Немного набрали. Акробат МЦ. 20 грамм. Ну, на помидоры, томаты тут 20 грамм, 4-5 литров. У нас бачок там 7 литров. До 8. Так. Ну, полностью то, что мы используем. Скроем. Так. Высыпаем. Не хочется. Набираем дальше.
везде. Четыре литра. А, еще надо, да? Ну, набираем. Стрелка весны. Сегодня четвертый день. Еще начну. Поясница болит. Вот крупинка маленькая. Сейчас уже чистая часть. Это оригинальная. А брали ремкомплект, там вообще не такое все. Сели. Огурчики. Начнем с огурчиков. И пошел. Помидорчик. Так мы быстро собираем. Огурчики. Огурчики что-то слабо. Надо будет еще подсадить. Ну так половину мы уже обработаем. Не сварим. Оператор не хочет. Работай, работай. Это место не так. Дальше и корешки обрабатывают. Оля, а субсидия сладкая.
Вот это посадки. Листочек. Моем руки. У нас еще тут много осталось. Все закончили, это уже на следующий раз. Вот и вся работа. Вот так у нас получилось. На сегодня все обработали. Ручки скоро будем подвязывать. Картошка поднимается не по дням, а по часам. Валя, мы тебе вручаем красивую розочку за работу твою оператора. Спасибо за работу.